Друзья, всем привет! Сейчас будем обозревать блендеры. Так вот, Tefal и Mullinex. Начнем с Mullinex, и видео будет из трех частей. Сейчас будет обзор на Mullinex, следующее видео выйдет на Tefal, а потом мы их сравним две. Я покажу, в чем между ними разница, и кое-что интересного покажу, надеюсь. Есть у меня кое-какие мысли по этому поводу, но это все в следующих сериях. Подписывайтесь поэтому на канал, чтобы не пропустить. И сейчас на зоне не забываем распродажа. Под моим видео в описании вы найдете промокод. Вводите его, получите бонусы. Кодовое слово надо будет ввести, просто зарегистрироваться. Короче, под каждым видео я оставляю свой промокод, который... с помощью которого вы сэкономите денежки себе на покупке на Озоне. Тем более сейчас там очень вкусные цены, распродажи. Прямо очень много можно чего купить недорого. Тем более 8 марта, 23 февраля на носу. Смотрите, вот эта вот модель мне понравилась очень. Сейчас покажу чем. Во-первых, у нее 900 ватт. Во-вторых, у нее есть индикаторы. Кстати, у меня с этой, так, секунду, ага, вот так вот, с этим блендером произошла оказия небольшая. Я в магазине оставил вот эту штуку. Короче, когда блендер проверял, вот эту штуку я, видимо, забыл там, либо мне ее не дали, я не знаю. Пришлось, короче, в магазин ездить второй раз. В общем, нашли мне эту штуку. Вот. Так. Вот такой вот он. На самом деле тяжеленький. Тяжеленький, но это хорошо. Значит, не китайское барахло там какое-то внутри. Так. Сейчас все достану. Вот. Все достал. Так. Вот так. Все достал, поближе штатив, чтобы было все получше видно. И давайте посмотрим. Мерный стаканчик. Особо смотреть его нечего. Простой. Инструкция внутри лежит. Так. Вот такой. Пластиковый. С одной стороны 80 написано S внизу, а с другой UZ 25. Как это переводится, я не совсем знаю. Короче, ладно, оставим его в сторону. Так, давайте перейдем вот к этой части. Это у нас измельчитель пластиковый. Вот такая там вот насадка у нас. Так. Угу. Пластиковый механизм, вращающий нож. И вот сам нож. Посмотрим. Да, ножик, кстати, очень острый. Хорошая заточка. Сейчас вам покажу поближе. Видите, какая заточка ровная. Короче, нож острый, сразу могу сказать вам. Я это почувствовал на своих пальцах только что. Вот такой вот, в общем, мильчик. Так. Ну и вот эта штука. Я так понимаю, она самая главная. Так, на ней наклейка. Так, нож. Ножик тут несъемный, кстати, вон тут заклепка. Ножик мы поменять не сможем. Так, и тут такой вот механизм. Все, на этом комплект заканчивается у этой модели. Есть модели, где комплект побольше. Так, и вот, короче, сам наш герой.
Вот он вот такой выглядит. Надо сказать, что он красивый, мне он нравится, как он сделан. Это у нас металл, это у нас такого цвета защиты, темно-зеленого цвета. Кнопки прорезиненные кнопки. Но написано, что нельзя его в посудомоечной машине мыть. Ну, короче, как на самом деле не особо-то и хотелось бы вообще такие вещи кидать в посудомоечную машину. Значит, наверху у нас регулировка. Очень приятная. С мельчайшими делениями. Каждое деление щелкает, как часики механические. Тык, 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 тык. Не знаю, слышите ли вы, но я очень отчетливо слышу. Каждый щелчок каждого деления хорошо фиксируется и вот, хорошо крутится, приятно. Оставляет такие приятные ощущения, качества. Так, осталось розетку включить. Так, сейчас секундочку одну. Так, я уже тут. Сейчас включим. Так, о, смотрите, какая красота! Смотрите, как у нас красиво загорелась верхняя часть индикации. Супер, мне прям нравится такой синий цвет, прикольный. Так, мы послушаем звук. Так, давайте я микрофон поставлю сейчас к самому блендеру, чтобы вы услышали, насколько шумная она или громкая. Ну что ж, друзья, ну вот такое вот. Я надеюсь, слышно вам было. Почему я так сделал, чтобы вы послышали, насколько она шумит. Как по мне, так она вообще не шумит. Вообще не шумит. Она очень тихая. У нее звук такой приятный. Мне понравился. Он такой не раздражает, знаете, как бывает. Звук такой более грубый, как вот в зубной поликлинике. В общем, вот такой вот блендер мне понравился. Так, вот эту еще часть надо посмотреть, как он закрывается. Удобно, неудобно. Ага, вот так вот он выглядит. Вот такой вот он получается у нас длинный. Он быстро отстегивается. Чик, так, опа, что-то я неправильно сделал. А, вот так вот. Угу. Все понятно. Вот сюда он заезжает. Вот так вот. Такие пазики там. В общем, вот такой вот блендер фирмы Mullinex Power Technology. Все, друзья, на этом. Следующее видео будет про другой блендер фирмы Tefal. Так что далеко не уходим. Подписываемся, и кому интересно, следующее видео будет про блендер Tefal. Все на этом, всем пока.